Фронтмен коллектива Дима Нова, Свергунов — это его настоящая фамилия, решил ночью вместе с друзьями прогуляться по заледеневшей реке. Компания угодила в полынью и провалилась под лед. Музыканта затянуло течением. Его тело обнаружили спустя сутки. Чудовищная трагедия. Буквально вчера мы обсуждали это с нашими коллегами по шоу-бизнесу, что очень нелепо, очень рано. Насколько я знаю, для Димы это была традиция переходить Волгу. Они это делали достаточно часто. Я не понимаю, зачем вообще нужно было переходить. Ну, не знаю, это же опасно. Это же дураку понятно, что это опасно.